Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы сегодня продолжаем, короче, играть в Rusty Lake Hotel. Так, прекрати орать. Так, там ключик, да, есть? Это от одного у нас. От одного. Где? Вот сюда ключ мы всунем. Уже ночь, да, настала? Да, ночь настала. Я помню, мы накормили оленятиной. Первый этаж. Так, поехали. Комната номер 3. Еще сюда рано. Комната номер 2. Ты уверен, что хочешь зайти в комнату мистера Кабана? Да? Комната 2. Мистер Кабан. Принеси сэндвич. Так, здесь ничего не взаимодействует. Головоломка. Испражнение кабана. Как мило. Мы это еще взяли в руки. Так, лист салата, спички. Не буду спешить, сначала посмотрю, где что. Макуки. Лист бумаги. Так, ну здесь... Подожди, наверху должны быть у нас все синие. Поэтому. Черт, ладно. Давай, это легко. Эта головоломка довольно легко. Так, трубка для опиума. И здесь что-то тоже должно быть. Вторая не хватает. Так. Опиум. Ага. Соединять я их не могу. Ключ нам нужен. Но не взаимодействие. Дорогой друг, я знал от нашего общего друга о твоих переживаниях и тревогах. Я хочу пригласить тебя на озеро Расти. Так, нашу здравицу и отличное место для рыбалки. Здесь ты сможешь отдохнуть. С уважением, мистер Сова. Короче, понял, мистер Сова их сюда приглашала. Приглашала. Ладно, погнали делать сэндвич. Так, как ухи. А, то есть порядок там все равно. Что нам нужно? Так, томаты. Красное вино. Ребра. Короче, томаты нам нужны, помидоры. Помидоры и кабанятина. Держи. Наконец-то. Да? Он покушал? И он? Окей. Так, здесь ничего не делается. Так, здесь нет. Так, свечу вы забрали. Не знаю, зачем она мне нужна пока что. Как мне взять веревку? А ну, могу я? Сейчас посмотрим. Блин. А, походу, пока что не могу. Да, оно сбросилось. Ладно, у нас есть свеча. Мне ему нужно туалетку дать. Я... О, еще один рулон. Туалетная бумага.
Еще один тебе нужно? Может мне ему супиум дать? Попробовать. А ну? Да нет. Ай, боже, сколько ему этих сэндвичей нужно давать? Окей. Здесь у нас ничего нету. Так, эту я сделал, херь. Да, сделал. Теперь с макаками еще что нужно сделать? Может, что-то нужно все-таки... Не хочешь ты закурить? Слушай. О, хочет. И лучше курит. Так, все наполняется дымом. А, мне нужно все-таки сделать, да, его? Тират. Ого. Нифига себе. Так это одно и то же место? Нет, ворона. Слишком громко, надеюсь, на записи не будет так громко. Направо. О, нож. Вы знаете, что делать? Да, я знаю, что делать, но... Зачем мне нож? Так, теперь я, в принципе, могу замутить сэндвич. Так. А, сэндвич замутить. Вопрос только... А, у меня есть он. Все тогда, вопросов нету. Сэндвич ему на. Сэндвич на. Так, ну что ты не сожрал последний кусок? Все. Я не понимаю. У меня есть ножик, хорошо. У меня есть непонятный светильник. Хорошо. И сбрасывается все. Мне нужно как-то, по идее, привязать к топору. Но как? Может, ножик? Капусту? Может, тот же сэндвич нужно? Блин, нет, не привязать сэндвич. Взять ножик. Где-то еще ключ должен быть. Вот. Я вижу, что закрыто. У меня есть спички. Спички, можно сказать, я уже использовал. Вот. Свеча. Для чего свеча нужна? Вырезать. Поджечь. Вытереть. А как еще эти? А, типа неправильно она руки вверх поднимает. Блин. То есть теперь я должен запоминать. Раз, макака зеленая, красная, синяя, зеленая.
Два раза получается зеленые. Красная, зеленая, красная, синяя. Зеленая, зеленая. Раз, два, три, четыре, пять. Ты. Сюда. О, ключ. Хорошо. Открываем. Тут темно. Тут dark. Короче, с этой стороны красная, с этой синяя. Так, где у нас тумбочка с головоломкой? Так, здесь красная, да? Не. Так. Готово. Молоток. Для чего нам нужен молоток? Эти сломать. Ага. Теперь нам нужно, получается, открутить. И привязать, да? Ну. В чем дело? Почему ты не привязываешься? Но я тебя на максимум отпустил. Хорошо, давайте на максимум все-таки опущу. Вот так. А вот это максимум. Боже, давайте я лучше так быстрее сделаю. Нужно, пока он не пришел, замутить ловушку. Молоток. Нож. Чем мне молоток тогда? Допустим, сломать эту. Серьезно. Я думал, типа, знаете, я здесь разрежу. Я такой топор. И все. Оказывается, нет. Так, ладно. Отдать бумагу ему. Готово. Три ребрышки свинины. Так, новый рассвет. А теперь мне нужно думать. Файя. Мне нужно что? Вы готовы в моей сессии? Мне нужно принять ванну вечером. Ай, блин. Мне сначала нужно приготовить обед. Дина, да? Помидоры у нас должны быть. Готовить нет. Да, куда готовить? У меня рецепт, но нету этих ингредиентов. Слушай, где мне найти помидоры? Ты мне дашь помидоры? Нет. И... Что? Я так голоден.
То есть он уже мертвый, но я могу с ним взаимодействовать. Прикольно. А кого мы еще убили? Ну, быстрее сказать, где он был. Ладно, не суть. Давайте, если на то пошло, готовим. Да. Я не знаю, где грибы. Второй ужин. Ну, это такое, наступает ночь, гости начинают уходить. Блин, вот нужно где-то было найти помидоры мне. И найти вино. Вино, скорее всего, нужно было сразу брать в этом. Фое. Ладно, давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.